Так у меня вышло к 40 годам, что я не городской до конца, не деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже не между двух стульев, а скорее так. Одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя. И плыть вроде как страшновато. Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю, упадешь. Но и в этом моем положении есть свои плюсы. От сравнения, от всяческих оттуда сюда и отсюда туда, невольно приходят мысли не только о деревне и городе, о России. Значит, Роски-то вон как оказались, Роски. Тут край был, низовка, да. И Баклань. Да. А потом они начали срастаться, эти края, и назвались Сросками. Да. Так, да? Так, 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 так. Правильно. А потом церковь поставили, значит, и поп сказал, что это будут Сроски. Вот и дело. А церковь в каком году поставили? Это там 80... Как сказать, это старая первая церковь, а это вторая церковь. А подходи, Бабкать. Два друга. Вот да. Церковь-то вы помните, в каком году поставили, нет? Нет. Нет? Я же не помню. Нет. Ты с какого года? С моего же? Ну, я с четвертого. Ну, вот, да, почему ты ну, вот. В 11-м году это вторая церковь поставили. Василий Макарович, ты помните? Ну вот жил, вот у меня вот, жил. Вот дом-то его. Вот. Он еще парнишка был. Мальчишком был. Парнишка был потом. Учился в школе. А и вот эта дочь моя его учила. Так, еще что-нибудь. Вот тут Сашка, они с Куксином вот тут рыбачили. Вот в этом острову. Да. Вот в этой Катуне. Моя родина, где я родился и вырос. Мое. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь несу родину в душе. Люблю ее, жив ею. Она придает мне силы, когда случается трудно и горько. Трудно понять, но как где скажут Алтай, так вздрогнешь, сердце лизнет до боли. Мгновенное горячее чувство. Вот когда он приезжал сюда снимать фильм, живет такой парень. И мы с ним встретились совершенно случайно. В гостинице, в центральной гостинице в Горно-Алтайске. Смотрю, идут люди. А их сразу москвичей видно. Не наши, узенькие штанишечки, там кипюлечка, береточка, очки, все. Человека сразу видно. И замыкает всю эту движение этих людей всех. Василий Макарович. Болотные сапоги. Завернутые в два раза. Кепка-то белая на нем. И как это, дождевик, что ли, шагает. Я посмотрел, Вася. Он так на меня голову повернул. И вроде не узнал. Но он не узнал. Я второй раз его окликнул. Поворачивается. Вень, ты! Ну, иди сюда. Ну... Встретились, объятия. А ты что? Да ты что? Да ты как? Да вот я приехал сюда фильм снимать. Пойдем ко мне. Я ему рассказал, что вот и закончил автошколу, стал работать шофером. И встретил вот эту женщину, женился на ней и жил. А жил как? Как примак. Вася это все выслушал, ну и что я рассказал, и все, и забыл. А потом уже через сколько лет появляется этот рассказ. Мой зять украл машину дров.
А я говорю, Вась, ну ведь я же не воровал машину дров, ну ты же знаешь. Она, ну и что не воровал? Потом вспомнишь, посмеешься. Когда я подъезжаю на поезде к Бийску, от Новосибирска до Бийска поезд идет ночь, когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное, сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть. Волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь. У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные. Сидят, болтают, курят, пьют кофе. Я всегда смотрел и думал, ну вот это что ли и есть та самая жизнь? Так надо жить? Нигде больше не видел я такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда-крестьянина. Таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком. Сильным, точным. Там жила шутка, песня по праздникам. Там много, очень много работали. Никак не могу внушить себе, что все это глупо, некультурно. И думаю, что отсюда... От этого устройства и самочувствия в мире очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека. Только с этим чувством люди живут значительно. Приезжал он. Сколько раз приезжал к матери. Ничего он, парень, хороший. Или он плохой бы был, он себе бы такую честь не заслужил. Да. Вот. Кто он, пьяница, хоть говорят, что он пил. Нет, не пил. Не пил он. А где бы он успел столько сделать, если да. бы пил? Ведь ты гляди-ка, он сколько этих книг сочинил. Ведь да и эти вот, кинут эти всякие. Ну, надо же это все сделать. Альф, он пьяный был бы, так он с чего бы? Откуда взял? Из какой головы? Да. Нет, он хороший был, мальчишком хороший был.
Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет. Красота ее, ясность ее поднебесная, редкая на земле. Мне тут, пожалуй, легко сказалось. Красивого на земле много. Вся земля красивая. Дело не в красоте, дело, наверное, в том, что дает Родина каждому из нас в дорогу. Вообще, что Родина дает человеку на целую жизнь. Я сказал, ясность поднебесная, но и поднебесная, и земная, распахнутая. Ясность пашни и ясность людей, которых люблю и помню. Асфальта здесь не было, ничего. Тут была полянка. Центральная тырла с росок. Сюда стекалась вся молодежь со всех краев. Из Баклани, из Дикарей, с Низовки, с Мордвы, ну, со всех сколько было. И приносили, кто гармошку несет, кто балалайку несет. У Василия Макаровича была своя гармошка, двухрядная гармошка. А вот там, на передней стороне гармошки, там у него перламутровые цветочки были врезаны. Вот он гармошку очень любил, возьмет на этой гармошке таборочек, врежет и сидит, улыбается. Он был симпатичный парень, у него брови сросшейся ласточкой. Сероглазый такой Вася. Интересно, его девчонки любили. Ему говорят, нынче будет 60 лет. Вот видишь, вот, уж теперь бы ему было 60 лет. А теперь он и шо бы больше написал. Он, пожалуй, бы нашу всю деревню списал. Он и так. Он и так про многих писал. Он оттуда вот эти Расторгуевы, Петровы, про Петрову даже кино сочинил. А теперь те Куксины. И что-то про кого же он писал. Вот забыл я. Про многих писал. В 73-м году мы с ним последний раз встретились в Москве. У него было время в обрез. И как тебе здесь живется? Как ты вот привык? Он так покачал головой. Ты знаешь, вот живу я здесь, а душа моя вся там. Не могу, говорит, я никак не могу вжиться вот в этот шум, в этот гвалт. Вот я все время рвусь домой. Придет время, скоро придет время, я брошу, отснимаюсь, я примусь только писать буду. Не буду я больше, я буду писать сценарии.
Буду писать книги, а фильмы, кинофильмы я, говорит, все оставлю. Сниматься больше не буду. Приеду домой, буду жить с мамой дома. В своем доме. И смотреть на сроски с горы. Почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь не похоже по жизни-то. Отчего же? Может, потому, что она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно так. Благослови тебя, моя Родина, труд и разум человеческий. Будь счастлива. Будешь ты счастлива, и я буду счастлив.